На конкурс дети читают стихи. Козлова Елизавета, 10 лет. Александр Евгеньевич Гаврюшкин. Роднее, чем мама, человека нет. Любому, кто живет на белом свете, любить, кто может, думать и дышать, на нашей грешной голубой планете родней и ближе слова нет, чем мать. На наши мамы, мамочки родные, сердца и жизни отдадут без слов. Для нас они воистину святые, не важно, что нет нимбов у голов. Мы мамы вспоминаем словно Бога, коль с нами вдруг случается беда. Ухабисто порой судьбы дорога, однако матери поймут детей всегда. Поймут детей и в радости, и в горе, уберегут родных детей от бед. С родной лишь мамой по колено море, лишь маме нужен в трудный миг совет. Мы в жизни разными дорогами шагали, неважно, сколько лет и сколько зим, но эту истину давно уже познали. Роднее, чем мама, человека нет.